Здравствуйте, вы смотрите программу «В центре политика». Гость в нашей студии – государственный секретарь по культурной и научной дипломатии Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Иштван Едиарто. Господин государственный секретарь, здравствуйте. Очень приятно, здравствуйте. Сегодня в мире очень непростая политическая обстановка, но, как мне кажется, Венгрия – это такой островок безопасности и стабильности в Европе. Как удается вам этого достичь? Вы знаете, у нас тоже были тяжелые времена. Практически 7 лет тому назад у нас был очень большой кризис. Это мирный финансовый кризис ударил Венгрию очень сильно. Но новое правительство сделало очень важные реформы. После выборов он имел такое комфортное такое большинство в парламенте и принял такие законы, которые помогали нам не только победить вот кризис, но поставить государство на таком, можно сказать, что траке или таком перспективе, что у нас уже не только, можно сказать, что финансовый кризис нету, ну и продолжается экономический рост. И поэтому можно сказать, что это помогает сохранять и социальные, и другие такие балансы. Венгрия продолжает активно развивать отношения, в том числе и экономические, с Россией. Все обстоятельства, которые сегодня существуют, не мешают? И в первую очередь, конечно, я имею в виду санкции. Конечно, можно сказать, что Венгрия всегда был адвокатом против санкций, потому что, конечно, мы члены Евросоюза и НАТО, и, конечно, продолжаем, можно сказать, что такую политику, которую имеют вот эти организации. Но как индивидуальная страна мы всегда сохранили очень хорошие отношения с Россией. И даже мы были абсолютно наш интерес был продолжать экономическое сотрудничество. Конечно, Россия – это огромный маркет, большое государство. И мы так считали, что у нас потенциал огромный развивать свои экономические двухсторонние связи. А, к сожалению, санкции эти не помогли. Даже мы так считаем, что ударил экономию Венгрии, не слово о том, что экономия России тоже. И когда перед санкциями, перед такими политическими процессами, что касается Крыма и так далее, мы так считали, что очень хорошее сотрудничество было между ЕС и Россией. Мы очень, можно сказать, не рады, что это не продолжается. И в сегодняшний день и мы сильно помогаем, сильно стали адвокатом, что это должно продолжаться. А какими вы видите перспективы отношений России и Венгрии? Мы считаем, что касается двусторонние, например, политические связи, у нас регулярно встречаются наши лидеры. Господин президент Путин недавно был в Венгрии. Мы так считаем, что наш премьер уже несколько раз был в России. Там всегда есть очень важные политические и даже экономические такие темы. Разговаривает об этом и договорится. Уже скоро начинается самый один главный проект российский в Венгрии. Этот называется ПАКШ II. Можно сказать, что несколько россияне помнят, что первый наш атомный реактор был построен во время Советского Союза. И это был очень успешный проект, потому что этот атомный реактор сейчас отвечает на, может быть, 40% электрической энергии, которая добавляется в Венгрии. И даже у нас уже время сделать ремонт и подумать, что как продолжается этот проект. И несколько лет тому назад наши лидеры, Росатом имел очень хороший такой проект. И, конечно, у нас был рейтинг, но российский проект был самый хороший и по технологическим, и по финансовым перспективам. Поэтому все уже подписано.
И мы так думаем, что даже в этом году, ну, обязательно в следующем году, вот этот огромный проект начинается, который будет расширять так наши возможности, что этот вот новый атомный реактор или уже комплекс реакторов будет отвечать 60% электрической энергии Венгрии. Именно вы, будучи послом Венгрии в России, в 2012 году открывали почетное консульство Венгрии в Нижнем Новгороде. Как сегодня оцениваете этот проект? Я могу сказать, что это был один из самых лучших проектов здесь, в России, во время, когда я служил здесь. Потому что, ну, Нижний Новгород, конечно, как третий, четвертый самый важный город в России, ну, обязательно это столица Волжского региона. Мы хотели уже давно, что что-то здесь венгерское представительство, можно сказать, это получается. И я, когда я был как на визит здесь в Нижнем Новгороде, этот вопрос был открытый. И я сказал, что если найдем хороший кандидат на этот пост, обязательно мы сделаем все, открывать почетное консульство. И мы очень благодарны, что мы нашли прекрасный, хороший кандидат, вот Эллада Львовна Нагорная, который уже 5 лет работает здесь, в Нижнем Новгороде. И мы, можно сказать, что 100% или больше удовольны, что она как работает, как представит, можно сказать, в Венгрии. И вот этот 5 лет... Я так считаю, что отметит самый лучший этот факт, что уже каждый год у нас есть Дни венгерской культуры, который уже, я так считаю, что традиция, имеет традицию в городе и помогал нам представить Венгрию в целостности. Практически культура – это такой, это такая территория, такой регион, который, я так считаю, что приближаются люди лучше. Российский народ, русский народ всегда очень высоко оценивал культуру. Поэтому, что может быть самый хороший продукт, можно сказать, как культура, чтобы продавать здесь, на этом, значит, платформе. И мы были очень рады, что Нижненовгородский аудитория, люди отвечали на это очень хорошо. Господин государственный секретарь, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть, как изменился политический рейтинг лидеров и неудачников недели АПН Нижний Новгород. Политический лидер недели. 3-е место. Владислав Атмахов, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области. Правильно расставил акценты в рамках злободневной проблемы переработки отходов, производства и потребления. 2-е место. Михаил Кузнецов, заместитель главы Нижнего Новгорода. На заседании комиссии по экологии сообщил, что Шуваловскую свалку ликвидируют в 2019 году. Это одна из самых больных экологических проблем города на протяжении многих лет. 1-е место. Сергей Белов, глава администрации Нижнего Новгорода. День города, отмечавшийся одновременно с Днем России, прошел организованно, с большим воодушевлением десятков тысяч горожан и заслужил самые высокие оценки. Политические неудачники недели. 3-е место. Эдуард Салахутдинов, экс-глава администрации города Кстово. Подал в отставку, и депутаты местной гордумы за нее проголосовали. 2-е место. Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора Нижегородской области, бывший председатель правления футбольного клуба «Волга». Футболисты, расформированные «Волги», снова обратились с открытым письмом к вице-премьеру России Виталию Мутко с просьбой помочь им получить невыплаченные деньги. 1-е место. Александр Семенников, экс-глава региональной службы по тарифам. Из-за претензий к нему прокуратуры и антимонопольного ведомства вынужден уйти в отставку, но шлейф скандалов остался. Вы смотрели программу «В центре политика». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.